Ой-ой-ой. Вот мальчик. Товарищ милиционер задержал. Но она другой. Он нарушил. И какой доверие к вам? Должности полковник. Твою мать. Ну, Даши посадят нахуй. На Ютуб. И все. И номер. Это не важно. Мы как зоопарки стоим. Блин. Нормально. А вот, говорю, щи Даши, а ты не сядешь. Я только подождаю руку. Ну и делай, да? Смотри, вот я молодой, например, кто-то бросает, вот без документов. Вот это борьба. И меня вот проверили. Алло, Мисс. Я, у нас здесь такая работа, у него очень много взяли. Вот. Копейку, блин, пишите, хочу. Добро пожаловать на эту агрессию. Ну что, у нас это воды побирает. Он воды побирает. Что делать? Ты не побираешь. Ты Она с него погоны сейчас сорвет. Отпустите женщину. Ну и что, копейку попросила Вот вы нарушителей смотрите, а не бабулек поймали, надо же галочку поставить, да? Ну, не так, как он с ума сойти. Женщина, можно? Давайте, сейчас одно объяснение опущу. Так он ее так ребят, я извиняюсь, можно? Вы просто человек, он не хочет разговаривать. Я... Вы ее уже там чуть ли не до смерти довели, объясняй теперь. Я даже до Бирюлева не успел доехать, знаете, нахуй. Я тоже на пенсию выйду, тоже пойду убираться, своей лечебной. Вас надо спросить. Может, человека нету, нет, все упокушать. Вот так, не так,